Сумки кладем возле стола, остаемся. Все, ничего не пускай, видео идет. Давай, 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 давай. Включите свет там. Ага. Быстрее, вокруг стола становимся. Ирина, что так мало сумки? Кого? Поставь его сюда. Именинник, иди сюда. Да, ты. Да, вокруг стали. Как обычно, по традиции у нас, да? Сегодня второй день рождения у нас отмечается. На будущее берите сюда проставу только по выходным, потому что первый звал сегодня только по выходным дни. Вот, Никита сегодня день рождения, да? Сейчас, как некоторые замечают, уже душа компании, да? Может и поприкалываться, да, с вами, шутку сказать. Раньше был какой-то забитый. Он на соревнованиях показывает результаты. Главное, не только здесь, но и в школе. И за пределами, не позорить меня и все вот в этом мире. Особенно я, не меня тушку, а Ярохов. Вот. Так, тебе сегодня исполнилось 13 лет, да? 12. 12 вот еще маленький. Mm-hmm. Вот. Ну я в конце скажу, поэтому давайте, как обычно, Никита и понеслась. Проф. Шаляпин, давай. Никита, давай. Поздравляю тебя с 12-летием. Желаю тебе счастья, здоровья и успехов в учебе и в спорте. Петухов. Никита, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы выигрывал каждый раз на соревнования и был сильным. Молодец. И Вальф поступил, да, Ник? Да? Да. Петухов, ты Вальф еще хочешь? Да. Посмотрим. Давай, ну что, поздравляю тебя с днем рождения. Хрущев, да? Нормально, Никита, Хрущев. Никита, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы у тебя в школе всегда были одни пятерки, чтобы ты всегда выигрывал и был сильным. Саша. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю побед жизни, счастья, здоровья и успехов в учебе. Андрей. Никита, тебе, желаю тебе всего самого лучшего, чтобы у тебя только пятерки в школе были и стремления во спорте. Молодец, Петушок. Глаза так смотри. Желаю тебе счастья, здоровья, всего самого лучшего, успехов в учебе, в спорте, чтобы был хороший иммунитет здоровый. Какие новые слова. Только не повторяйтесь, придумайте что-нибудь такое. Есть хорошее правило. Пожелать человеку то, что ты сам себе хочешь пожелать. Никита, давай. Никита, желаю тебе здоровья, счастья, всего самого наилучшего. И чтоб на выездных соревнованиях получал всегда первые места. И во внутренних тоже. Понятно. Тадырка. Никита, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе здоровья, счастья. И чтоб твои родители были всегда здоровы. Саша. Поздравляю тебя с днем рождения от всей души. Желаю тебе всего самого наилучшего. Счастья, здоровья, чтобы твои родители еще много жили. Никита, умничка, Саша. Умничка. Да нет, все поздравления хорошо. Давай. Никита, желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты слушался маму и никогда не огорчал ее. Никита, только маму? Только маму? Подожди. А тренеров? И тренеров больше, мне кажется, ловит, чем мама. Особенно меня иногда. Правильно, Виолет? Давай. Никита, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья и всего наилучшего, чтобы ты слушался старших. Никита, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения, желаю тебе счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Я в свою очередь еще раз хочу сказать, чтобы ты за голову взялся, чтобы ты думал своей головой, понял меня? Да. Прежде чем что-то сделать, я всегда подумал. Кто у нас там? Заходи, давай, шаг, капюшон снимай. Подумай. Понял меня? Самое главное, еще раз говорю, стремись. Учеба и спорт. Все. Остальное все придет. Давай, что пожелаю. Желаю счастья, добра в жизни, чтобы все сбывалось. Молодец. Обнял. Так, три. Поздравляю. С днем рождения. Три, четыре. С днем рождения! С днем! Нет, ну все, ребят, минут 10-15, все съедаем. Ну, давай, давай, летаем. Пицца все может быть. Все.